Операция «Должник» проводится по всему Большому Сочи. Рейдовые мероприятия проводят сотрудники полка ДПС, которые выявляют сочинцев, не уплативших в срок административные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Но помимо административного взыскания с водителями проводится и разъяснительная работа. За 11 месяцев этого года инспекторами полка дорожно-патрульной службы к административной ответственности привлечено 27 неплательщиков штрафов. 13 водителям пришлось оплачивать штраф в двукратном размере. Трое нарушителей отправлены на обязательные работы на срок до 65 часов. Причины же несвоевременной уплаты штрафов – забывчивость, либо трудное материальное положение. Потому что у меня нет постоянной работы, я перебиваюсь временными заработками. Мне надо платить за квартиру, свет, вода, мусор. Мне надо чем-то питаться, я курящий. Курить надо. Проблемы личного характера от обязанностей не освобождают, напоминают полицейские. Нарушителю же, попавшему в трудную жизненную ситуацию, правоохранители порекомендовали встать на учет в Центр занятости населения города Сочи и дали рекомендации по вопросам трудоустройства. Встречаются и злостные неплательщики, к ним принимаются уже серьезные меры, вплоть до административного ареста по решению суда до 15 суток. В текущем году к этой мере ответственности привлечено 11 человек. Поэтому УВД по городу Сочи еще раз предупреждает всех погасить имеющиеся задолженности. В основном это касается штрафов по линии госавтоинспекции для того, чтобы встретить Новый год без долгов. Также руководство полка ДПС напоминает водителям, что после наложения административного штрафа есть 60 суток на его оплату в терминалах либо отделениях банков. В противном случае – статья «Уклонение от исполнения административного наказания».